понимаете, что мы попали с вами во времена. Архитектурная среда, в моем понимании, это все-таки некий ансамбль пространства и конструкции самого сооружения. Они могут быть хорошими, быть плохими. Решение этой проблемы – одна из главных задач архитектора, проектировщика, дизайнера. Создание городской среды – эта тема более рассмотрена, чем про сельскую. Нету, можно сказать, вообще ничего нет в свободном доступе. И то, чем мы сейчас тут занимаемся, это настолько новое и необычное, и как бы даже не знаешь, как подступиться к этому. Когда мы туда поехали, мы вообще не понимали, что будет, что такое, куда нас вообще привезли. А когда мы там походили по музею, походили по этому ландшафту, по местности и рассмотрели все это, то там пришли мысли и идеи, как можно все организовать. Данная территория, которую нам предложили, она очень рельефная. Рельеф однозначно будет влиять на сам проект, задавать ему ритм. Страх есть, что сделать не все, страх сделать неправильно, но если вопросы ставятся, значит, их надо решать, значит, их можно решить.